Всем привет, с вами Миша, и вы на канале Crypto Dealers. Сегодня поговорим о проекте Miracana. Miracana – это искусственный интеллект, который предсказывает 90 криптовалютных пар на биржах Poloniex, Bittrex, Bitstamp и управляет вашими средствами. Чуваки работают не только с криптовалютами, но и с традиционными фондами и валютными рынками. Парни создали систему так, чтобы она подключалась к существующему брокерскому или биржевому аккаунту, управляла его доступными средствами, используя его ключ доступа, но при этом компания не имеет права снимать или переводить деньги. Проект создали три продукта для управления активами. Первый – прогнозирует курсы 90 криптовалютных пар, которые торгуются на биржах Poloniex, Bitfinex и другие, и управляет средствами на счете клиента. Второй – прогнозирует курсы более 400 акций на бирже NYSE и NASDAQ, управляет средствами клиента, интегрируется в учетную запись Interactive Brokers. Третий прогнозирует курсы 125 валютных пар, управляет средствами клиента, интегрируется на счет брокера OANDA – валютный рынок. Когда искусственный интеллект интегрируется в существующий счет клиента, он не имеет права снимать или переводить деньги. Система будет управлять средствами в соответствии с полученными прогнозами. Более того, ребята совсем не берут комиссию за использование Miracana, а также возвращают 25% потерь после стартового периода. Искусственный интеллект Miracana учитывает как можно больше факторов: технические индикаторы, диаграммы, корреляции, фундаментальный анализ, торговую активность других трейдеров, аналитиков и менеджеров хедж-фондов, новости, твиты, статьи, Google Trends и любые другие данные, которые могут коррелировать с ценами на активы. Система обрабатывает, собирает, хранит, анализирует финансовые данные сразу из 40 источников. Отслеживать результаты системы можно с помощью учетной записи Miracana, в своем еженедельном отчете о результатах деятельности и на своем биржевом или брокерском счете. В отличие от того, когда вы используете услугу хедж-фонда или индивидуального трейдера, вы можете видеть, какие системы позиций открываются и закрываются в режиме реального времени. Именно поэтому инвестиционные продукты системы 100% прозрачны. Система структурирована для унификации всех возможных типов данных в один общий формат. Источник данных – это алгоритм, записанный в форме кода, который отвечает за сбор и запись в базу данных проекта информации с сайтов или специализированных служб через документированный API или прямой парсинг. Это могут быть данные любого рода, которые, по мнению создателей проекта, могут коррелировать с ценами активов, которые система прогнозирует или будет прогнозировать. На данный момент на рынке нередко происходит прогорание простейших трейдинговых систем. Это происходит потому, что в них заложены несколько алгоритмов, которые со временем перестают работать. Система Miracana основана на гибком перераспределении прогнозов между всеми стратегиями, число которых постоянно повышается. Когда одна из стратегий показывает лучший результат, ее вес в общей суперстратегии увеличивается и наоборот. Таким образом, система гибко приспосабливается ко всем изменениям на рынках, эффективно работает, собирая нужную инфу для создания прогноза. Токен сейл и распределение токенов мира среди участников 19 ноября в 12 часов дня. 19 декабря в 12:00 завершается токен сейл и предоставляется доступ к инвестиционным продуктам для тех, у кого достаточно токенов. Уже прошли два раунда привлечения инвестиций. На первом привлекли 190 тысяч долларов, на втором пресейл 485 штук баксов. Самым ценным активом компания считает свою команду, сейчас в ней 11 членов, но ребята активно приглашают новых профессионалов. Проект поддерживают опытные специалисты из сферы инвестиций, финансов, юриспруденции и блокчейна. Miracana разрабатывает три платформы краудсорсингового обучения, чтобы улучшить все уровни системы. Альфа – создание новых стратегий, веб-платформа, в которой любой заинтересованный человек с базовыми навыками программирования сможет создавать, тестировать, оптимизировать, оценивать собственную стратегию и получать вознаграждение в токенах мира. Сигма – создание новых моделей прогнозов, веб-платформа, в которой любой аналитик сможет создавать, проверять, тестировать свои собственные предиктивные модели на основе наших зашифрованных данных. Таргет – добавление новых прогнозов, приложение для Android и iOS, а также веб-интерфейс, в которых любой человек сможет оставить свои прогнозы цен на акции, валюты и криптовалюты. И напоследок, друзья, у меня к вам очень серьезный вопрос. Как вы думаете, сможет ли искусственный интеллект полностью заменить живых брокеров? Ну а на сегодня все. Я думаю, что вы знаете, что делать. С вами была Миша. Всем пока!